Ладно, пока чистите трэш. Одно тело найду сейчас. Лом 10. Двое, сука, кикай их нахуй, добирай других. Да нету шамана, что-то не пишет.
Короче, будем так бить. 4 хила у нас нормальных. Так, Коват на боссе и на маленьких, я на больших. Побахнул там паладин, разобрались. Дайте лапу. Дал помощника. Давай, бери. Сейчас убьем шамана. Кину его в пати к танкам. Так, Рога и первая пати анкил. Лок. Все готовы. Так, давайте по отсчету. Пуляй, Коват. На третьей фазе похилишь. Так он развернулся на меня, я видел это четко. Кто развернулся на тебя? Ну, Оня. Я не мог агро сорвать никак. Тебе показалось, скорее всего. Тебе показалось, да. Да не, вот посередине стою, все нормально. Тебе надо в хвосте вставать, чтобы разворачивалась в тебя и убивала только тебя. А так ты еще, если бы сбоку встал, ты бы, наверное, клевым еще пол рейда подошел. Я понял. Ну хорошо, что я так не сделал. Да, тебе повезло, а что ты под морду просто встал и один сдох. Священный воин. Как самурай. В одно лицо. Бьем большого. Дыхание по реке. Кто-то под дыханием. Нет, вроде.
Ну, видишь, второе дыхание, в принципе, провалено уже. У одного ДБМП, этот Аддон пишет. Это баг какой-то. Это ачивка опустить амиг до... Идем к боссу. Самое поставите магии портал Далран, испытание Костянов Стилетин. Речка вниз. Кому нужна сумка или голова, не ливайте. В смысле, из этого не, портал не прыгайте, маг подождет. Сумка. Кстати, ты часто так это собираешь что-то? Ну, каждый четверг. Я просто пришел недавно, я так зариков играл. Голова Аниксия. Если кому-то какая-то шмотка нужна будет, запоминайте, что она у меня. Потом там на груле магики где-то там разролит. Так, голова не надо никому, все, прыгает портал. Да, сейчас спекнутся в ДД. Ты об этом не беспокойся. Мне на Аниксии нужны хилы, чтобы на второй фазе вот этот огонь захиливался. Сейчас выки будет поменьше хилов, хила 3, наверное. Пока тут у нас в сову пойдет. Ты в ретрика можешь. Блять, чё маги все, блядь, свалили, еды, твоя дивизия. Ничего страшного, присумонят тебя. Или пешочком дойдешь. Пешочком, блядь, не близнецы. Да нормально. Сейчас без полетки, блядь. Сейчас куда мы чешем? Ик. Куда самое еще главное, раз? Чтобы испытание крестоносца. Самое главное, чтобы лок там оказался у вас. Сразу с локом вынести, там шкаф ставьте. Жопа полная, 230 никому не нужен, то есть вот так вот уходишь, вот, пытаешься выйти засунуться, никому не нужен. Да я не знаю, блять, я 230-м протоваром танчил целка 10 обычку, блять. Это я знаю, что это можно танчить, это все можно, но ты просто идиотам объяснить надо, которые не понимают. И
Я имею в плане ретрика, то есть засунуться невозможно, то есть там никому ты не нужный. Че вы там локо-то присумонили? Я уже долетел до ИКа. В инсте лок есть уже сумони. Тыкайте на сумон, чекаю на то, чтобы посмотреть то ФК, кого сразу не сумонить. Охи, ахи, не сумоньте я здесь. Гроза кисок, ты в дисе? Кстати, ты вот в это время всегда собираешь, да? Да. Ну, для Дальнего Востока, да, для Дальнего Востока. А ты сам откуда? Я Новосибирск. Понятно. А я с Донбасса. Ну я тебя поздравлю, блядь. Я сам с Красноярска. Так, охи-ахи, заходи в инст. Ты тут? Да, здесь. Че, заходи, запускать надо уже. Даю чек на пол. В смысле, что сейчас там время это, то есть... А время сейчас сколько там? В Дальнем Востоке. Дальний Восток? Не знаю, ну там вечер, наверное. Запустил. Вы услышали призыв серебряного... Тут самое главное, в лужах огня не стойте, а то отвалиться можете. Хилы, я думаю, не будут стоять, они нам скилловыми. С опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания... Нет, ну если бы я был бы друидиком бы каким-нибудь, я бы в этих лужах покупался бы котиком майским. Если бы хил тебе заплатил, да, за то, что ХПС накручен? Не-не-не, даже хилить не надо, я просто купался там. Так, ну твой, короче, этот червь, пускай ты его танчишь, потом слизни, короче, выйдут. Твой, который из-под земли вылезет, я огненного заберу. Вон, раскол настакал. Уже миликом ДПС апается на 300%. Это шутка, конечно. Ну кто-то там может схавает и пьет. Кто-то может схавает. Ничего себе, луч как на Джайне вот этот, да? Синий. Вот это я не убивал Джайна еще тут. Это там изи. Снобольт под босса, ага, милики замешали. Все, петуха этого развесили. Прокачал здесь палы, надо было то рефрактнуть и все сюда. 266-го голову не трахать. А у тебя там кто на альянсе? Паладин тоже 266-й, ретрика танк 260. Того червя бейте, которого звезда держит. У кого зеленое говно будет, черепку там двигайтесь. А я священный паладин, мне похуй на говно. Так, 3 секунды, дебаф кончается уже. Успеете ли бежать? Нет, не знаю. Будет ОЕшка. Вот ОЕшка уже. Все, обновился дебаф. А вы того уже слили, не заебись. Пиарить. Короче, червь выкопается, сейчас у него другая фаза.
А зергать его не успеет прыгнуть. Просто зергаете. Вот Джекс починюсь пока. Вот этого червя бейте белого. Вот этого червя с рогами бей. А тут, наверное, Коват на Жорике фуру прыгнул. Там хули зерганем тоже. Можешь вообще до королей прыгнуть. До жука. Вальк тоже, да, затанчишь? У тебя там игрок прямо. И на жуках затанчишь. Да, в принципе. Ну все, тогда фуру прыгал. Вон Аохиахи бежит в моб. Что же будет? Повезло. Блять, если от этого не убежать, это пиздец, я не знаю. Это невозможно. Чтобы от этого не убежать. На бомжару напуливают, прикинь. Ты что, триксы купил? Или что они зачем? Не понял. Гуннер, Ахиахи, вы Диси? Зачем вы напуливаете на реплика? Да, я Диси. Зачем вы на него напуливаете? Чтобы он больше ДПС отдавал? Да я помахнулся, я извиняюсь. Да, пацан. Тоже, блядь, попал в жару, думаю, блядь, зачем я, блядь, так получилось? Убил бы бедного бомжа. Ага, запускайте. Срывайте кожу там. Так, фурика. О, кто-то арктический мех мне подарит, да? Кто там срывал? Это такса бесплатная такая. Ты скажи, сальву будешь кидать? Или боб? Диван кину, если не отдашь, нахуй мех. Ну кидай, вообще похуй. У меня вот этот, блядь, как его, блядь? Макрос на, блядь, на пул, блядь, нихуя не хочет работать. В чем причина? Никто не знает. Пьяный у тебя макрос просто. Ну это бывает. Да я уже третий ставлю, он все равно не пашет и все, блядь. Не надо набухивать собаку. Ты мне знаешь, напомнил вот этот, кто, блядь, говорил постоянно. Этот, смотрели фильм, блядь, с Стивеном Сигалом, Руслан, нахуй? Ты что, сука, блядь? Гангстер какой-то, блядь? Вот это вообще пиздец. Ебать, какой акцент у мака. Какие у вас есть доказательства? Кокаину. Сука, прикинь, не вытащил кровопускание на панель. Что делать? Может, блять. Бывает. Да зачем, блять? Бей без кровопускания, блять. Оно даже через книжку не тыкается, ебать его в рот. Это Северус, да? Я понимаю, да? Ну, давайте портал бьем, ебать. Никто не кинулся. Че, никто портал не хочет бить, что ли? Ну, да не, это уже зерганули, походу. Не понимаю вообще, почему здесь многие, блядь, не могут ничего убить, то есть там... Многие это кто? Рейд фул 230? Вдова дну? Реально смотришь на них у этих ушлепков. Они в РБК в новой рейду, такие 230-е. Такие боссаны. Да ладно тебе. Ты еще чему-то удивляешься в этой жизни? На твоем месте я бы уже вообще никогда не удивлялся. Бля, ты понял, 90% уебанов играет, да? На этом сервере, блядь. Верно. Как и везде, наверное.
Да нет, тут, мне кажется, самое такое, знаешь, самое топовое место всех, всего говна, короче. Да всех нет, серваков. На циркуль X5 заходи, вот. Не, я играл на циркуле X5, поверь, там поменьше вот этого дерьма, чем здесь. Поменьше, говоришь? Там такие дурачки. Поменьше, потому что ты оттуда ушел, там стало меньше. Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Хорошая шутка, заценил. За что с моей шутки. Ну там такие шутники сидят. Рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Так, запускайте этих червей. Так, ну тут-то точно протовар нужен, блять. Потому что тут вообще без вариантов. Если грамотно дашь хер, то будет с вариантом. У меня там 5 паладинов и 2 из них бисовых. Я обычно, знаешь, тут фир с пула даю. Гречка, ты в дисе? Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Значит, смотрите внимательно. Сейчас я каждому скажу, что делать. Лок ты в дисе, плюс в рейд. Так, Локу дал задание. Шокул коват. Так. Где эти петухи? Ух, сука, тут ретрик. Прикинь. Забей, они лягут сейчас с таким ДПСом за пару минут. Ну, лягут. Так, треугольник я. Ромбик будет держать гречка. Он гречка. Череп ретрик, если что, имейте в виду. Так, кто у нас еще тут? Значит, хил, крестик. Хила будет контролить. Анкил, магия в дисе, какой-то маг плюс рейд. И какой-то друид плюс рейд, вторая пати. Анкил, контролишь крестик. Вот, это важно, чтобы он не захиливал. Значит, по очередности кого сливаем? Первого сливаем Лок. Это звезда. Да на Ануба оставь, конечно, нахуй тут Гера. Второго сливаем Кружок. Это Хант. После Кружка этот будем череп бить ретрика, чтобы милик не мешался нам. И потом уже крестик. Все чисто. Я ворвусь, дам с пула фир, и потом, если откатится. Да, первая звезда, второй кружок. Все, даю отчет. И башим. Башьте звезду. Так, что вы там слили? Кружок уже слили? После кружка черепок, после черепка крест.
Что говорят, X2 такая же, лучше ждет, как X10, да? Что там за участь, типа, неубиваемые инсты? Все, вон это, сливайте крестик, не дрочите разные цели. Ебаните крестик, потом луну. Потом никто не хит, вы ешьте кого хотите. Вон у вас там Анар еще и больше, звезда на. Поднял. Звезду захуярьте и луну. Сейчас могу. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от победы? Лесните, приста, пожалуйста. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу... Сейчас, погоди, не пуляйте, я Фурика. Жуткие валькиры, крылатые вестницы Лича. Пусть состязания начнутся! Что, какой юзер? Белый, черный? Все черную берем. По валькам, значит, бьем. Черепок. Если скажу сменить цвет, сменим цвет и будем бить без метки вальку. Чек на пол. Вроде взял, так, весить. Все, даю отчет. Короче, нет отчета. Раз, два, три, гуляй, кават. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Смотрим спецспособность скоро. Берем белую. Бьем без метки.
Переведи, хотя добьем ее. Ладно, пускай стоим, короче. В могуществе Орды, паладин, мы примем любой вызов. А кто знает, что это за баг или что это за хуйня? Вот я, окно добычи у меня по центру появляется, и что-то происходит, и оно хуяк смещается в левый верхний угол. У всех такая хуйня. О, приговор выпал. Прикольно. А кто у тебя там на этом, как он? На альянсе забыл, с какой? Фейтек. Кто-кто? А Ник. Кто? Что? Перс какой персонаж? Ну, а этот какого? Блядь, просто дырный просто, что ли? Или не дырный? Нихуя не понял. Вот кто-то понял, что он сказал? Фредри паладин, забей просто. Фредри, ну я не попал. А Ник у тебя там какой? Шептун. Еще раз, какой? Шептун. А до этого какой ник был? Даунавел. Не зазубан-бан, да. А то я смотрю, голос знакомый. Ты Северо Сибири, да? Нет. Так откуда ты? Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Да ну тут, конечно, нет. Третий год. Не-не, за Орду я имею в виду. Ты точно до одного года? Да. Так, сейчас приз мне дают. Ну, знаешь только, пожалуйста, кто сферу собьет. О, РДД, вы тут? Ебать, прошлая неделя меня не устраивает. Или в это, или, блядь, в 4 часа это было. Нет, это было в 9 утра. Маги, значит, лог, приз, ты в дисе, плюс аните, пожалуйста. Хоть два человека. Смотрите, ребята, пожалуйста, значит, когда запустится босс, наверху в воздухе появятся ледяные шары, как вам падают из рулетки. Вот их нужно задамажить, нажать кнопкой мыши левой и подамажить туда что-то. Ебать, разбейте шары эти нахуй, потому что нужно на них ставить жуков. Если туда не ставить жуков, то они закопаются, выкопаются с фулл хп. Будет вайп нахуй. Чик. Да это ладно, выкопаются, придут-то новые. Ну да, будет вайп, когда танк убьет. Жуков надо слить вместе с боссом. Похуй как. Принимай приз. Даю отсчет. Раз, два, три, пуляй. Сразу в зеркало. Этих помощников на лед ставь только точно и в боссов убивай. Как
как переведется, жгов зальем. Конечно, да уел упадут. Да. Встанет. Пазы. Ой, лут просто не нечего. Это кто-то накатал насчет лута. Че, мы теперь телепортируемся? Да, этот, Груля идем. Мог бы маг, конечно, в шатрат поставить порт. Что-то магию шли, я вижу. А там телепорт для товара есть. А, спасибо, мозг. Да, с уманем что-то.